Крупный пожар в самом центре Ростова-на-Дону. По данным МЧС, горит 10 частных жилых домов недалеко от Театральной площади. Огонь охватил уже 6 тысяч квадратных метров. Как сообщает корреспондент агентства РИА Новости, на месте происшествия прогремел мощный взрыв. Ощущается запах газа. Возгоранию присвоен 4-й уровень сложности из 5 возможных. Спасатели проводят эвакуацию жителей соседних строений. По предварительным данным, никто не пострадал. Тушением огня занимаются 120 человек. Им на помощь направлен вертолет Ми-8 и пожарный катер. Быстрому распространению пламени способствует сильный ветер и жара в Ростове сейчас за 30.